Здарова, с вами Мотобустер, это обзор пива Эпса, а раньше черри, короче, апельсин и вишня. Ну чё, я его немножко выпил, попробовал. Что это такое, вам расскажу, ребят. Пьется как сок, но тут 6,5%. Мне кажется, распидорасит, неплохо. Не смотрите, что там 10 банок практически выпито. Это все иллюзия, это иллюзия обмана, ребят. Ну чё можно сказать. За свою цену в пятерочке оно стоит 55 рублей. Сейчас еще наебнем, попробуем, скажем. Вообще не чувствуется, как будто это реально, блядь. Какой-то морс пьешь. Морс брусничный. Как будто не пиво, ну, блядь. И зато нет отвращения. Ну, это тоже кайф. Советую, если хотите попить без пивного вкуса и нахуяриться, это точно вам. А с вами был Мотобустер. Всем пока. Пока.